Курение убивает. Прочитав, закурю в ответ. Неужели никто не знает? Умирают не от сигарет. Сквозь иронию часто вижу про рак легких, про смерть, рахит. Почему же на людях не пишут о последствиях любви? Ну тогда любить бросайте, чтоб потом не матом в слезах. Расстояние убивает, ведь не пишут на поездах. Ведь смешно будет встретить надпись на спине или на груди, что тебе умирать заставит, как от этого не спасти. А еще про сердечные раны не напишут, как избежать. В школе учат детей, что не надо пить, курить и употреблять. И ты знаешь, никто не скажет, вредно так много любить. Продолжая любить все чаще, мы пытаемся бросить курить.